Здравствуйте, с вами снова я и Финляндия. Час дня. Ходила за продуктами, пришла домой уже. Смотрите, какие у меня чудные цветочки здесь и здесь. Это с остановки шла, и там такая лужайка, их много-много насеялось. Они сами такие полевые цветочки, так я себе немножко нарвал. А пахнут, как пахнут. Отлично. Погода замечательная, только на пикник. Завтра же у нас праздник. Сейчас обую вот эти тапочки. Праздник, я так думаю, что все поедут на пикники. Флаг поднятый, значит, тоже какой-то праздник. Вот. А ехала домой понад Аурой, ну, понад рекой. Вот. Столько людей там сидит, прям на травке. Сидят, лежат, едят. Вот такая вот погода. У меня тут тоже тепло. Это, там пустые пакеты в большом, а там... Покупала себе баночку вредного этого. Я Кока-Колу не покупаю, только спрайт. Вот, или Фанту. Вот так, все на моем балконе. Сегодня, думаю, помою окно. С этой стороны, с той стороны. И это окно. И, возможно, и вот эти вот промою только с этой стороны. Открывать еще не буду с той стороны, потому что, видите, вот это дерево ж скоро зацветет. Оно же еще у меня абсолютно не цветет, не зеленое. Вот эти вот деревья береза уже зеленые, а это почему-то нет. Вот как оно начнет уже зелениться, с него начнет лететь, вот тогда я уже и после этого и помою с той стороны балкон. Ну, а так у меня все нормально. Шторы не повесила, но уже, думаю, вон они лежат у меня. Думаю, уже сегодня Ниночку позову, повешу. Тут у меня тоже форточка открыта. Цветы мои так обильно зацвели, видите? Красивые какие цветочки. Этот здесь цветочек, этот не цветет никогда. Он не цветущий и денежное дерево. Вот. Так, пойдемте, буду рассказывать, что сегодня дали. Немного так, но нормально, нам с Ниной хватит. Это кебабки. Кебабки-то, шашлычки куриные. Вот это здесь вот. Сколько тут их? Раз, два, три, четыре, пять штук. Так, по 2,5 штуки. Разогрею. Вечерком к ней не пойду. Разогреем в микроволновке. Салат сделаем. И покушаем на ужин. Какой-то десерт ванильный. Тоффе. Это карамельный. Это вот такой большой пакет таких вот булочек-муночек. Это вот этот сыр Костелло. Я его есть не буду. Он с перцем. Думаю, Нина тоже нет. Надо будет спросить у Ларисы, если Володя будет кушать, отдать. Вот 2 молока. Вот это вот куриное. Этот самый филе куриное. 6 яиц. А 8 яиц. По 4 нам, значит. 1 только хлебушек. Это я варила компот еще утром, но еще не процедила. Процежу. Себе половину отолью и Нине отнесу половину. Такие 2 огурчика дали. Вот я люблю вот огурчики. Потом яйца отварить, все порезать. Ну, хорошо было бы еще, если бы лук был зеленый. Вот. А можно помидорку добавить. И заправить сметанкой будет очень вкусно. Вот такую опять туплу дали большую, шоколадку. Это какие-то такие жучки-паучки, кола. Ну, вот эти, знаете, такие... Жевательные конфетки детские. Вот такие вот желейки. Вот такой пакет фазер печенья домино из прослойка грушовая. Такой кусочек дыньки. Вот картошки много опять. 2 банана. 1 перец, морковку и салатик. Вот это и все, то, что дали. Сейчас расскажу, что я... Отдам себе, оставлю себе, а что отдам Нине? Вот это вот отнесу все Нине нам на ужин. Вот это себе оставлю. Молоко оставлю себе красное, Нине отдам синее. Вот эти булки, сколько тут их? 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук. По 3 штуки оставлю. Вот этот вот спрошу у Ларисы, если нет, значит пойдет на выброс. Это курицу Нине отдам, по 4 яйца, половину хлебчика себе, половину Нине. Вот эти вот 2 огурчика почистим, почищу. Ну вот к Нине ж пойду вечером, возьму вот эти вот кебабки. Вот эти 2 огурчика почищу. У Нины зеленый лук есть, она покупала в Лидле.
И вот из Нине 4 яйца, а Нине 6 понесу яиц, себе только 2, а Нине 6, 2 отварим, я думаю, их отварю, вот, и вот эти 2 огурчика порежем, зеленый лук, у меня есть сметана, и заправим сметаной салат такой с этими кебабками покушать. Вот эти вот, не знаю, отдам Нине это, отдам Нине это, она, вот это вот Лева не будет, он будет давиться, а вот это будет кушать. Вот один банан себе оставлю, один Нине. Печенье эти полностью все отдам Нине, она пойдет до Левы, отнесет ему. Перец я не люблю, отдам Нине. Морковку тоже отдам Нине. Половину салатика себе оставлю, половину Нине. Салатик называется сорри. Вот. И картошки. 2 штуки себе оставлю, остальное отдам Ниночке. Все. Кисельщик, ой, этот компот сейчас процежу. Вот, Нине отолью литровую кружку. Остальное себе поставлю в холодильник с булочками покушать. А на обед у меня борщ есть. Я Нину утром звонила, говорила, придешь ко мне борщ кушать на обед. Она говорит, да не, я сварила суп утром уже. Ну, она вот это, мультиварку, говорит, суп сварила со свининкой. Так я, говорит, суп покушаю, а на ужин что-нибудь поужинаем. Ну, вот на ужин поужинаем. Вот это вот. В общем, такие дела. Ну, вот это и все. Дыньку тоже возьму к Нине туда. А мы ее там почистим и по кусочку покушаем. Дыньки. Вот это так, достаточно, вполне достаточно. По магазинам быстренько пробежалась, ничего нигде не было. Я зашла в Нью-Йоркер, зашла в H&M и домой. Думаю, поеду домой. Вот, погода хорошая, сейчас пообедаю немножко, поотдыхаю, потом позвоню Нине, где она, что она, что она вроде как собиралась там в одну организацию поехать по переоформлению. ТВТ называется, это организация, с которой у нас квартиры. Вот. У меня, я вам говорила, у меня на площадке такая точно, как у меня, освободилась квартира, только с той стороны лифта. Я ей предложила, давай, может быть, напишешь. Она говорит, ой, сейчас не хочу даже об этом и думать, пока останусь своей. Но если уже дадут небольшую доплату, ну, маленькую доплату на квартиру, тогда, конечно, придется искать. Но тут бы было хорошо в одном доме, на одной площадке. А так могут, знаете, дать в любом другом доме однокомнатную, вот, и придется переезжать. А тут-то рядом совсем хорошо. Вот. Я бы что-то помогала вещи переносить. И такие тряпки там в мешках. Лариса говорила с Володей, ну, с первого этажа говорили, тоже помогут. Ну, а уже на большие там вещи. Вот так. Сын бы приехал с Хельсинки со своей женой, они бы что-то помогли. Внук бы приехал, внуку 18 лет вот в июне. Вот. Потом здесь, здешние родственники. Ну, в общем, как-то справились бы. Ну, пока она говорит, я пока не хочу даже об этом думать, потому что вся сосредоточена на оформлении всех вот этих вот документов. Вчера Люви, она же ездила вчера, я вам не рассказывала, я же вечером разговаривала. Очень много там социальных вот этих бумаг оформляла, потом с ним общалась, а она там никакой. Что я пришла, что я не пришла, он там сидел в компьютере, что-то смотрел. Я так спросила, как у тебя все хорошо? Хорошо, 5 раз кормят, все. И опять в компьютере. Я посидела, наверное, с полчаса, принесла ему печенье, принесла ему клубники. Вот он поел, правда, при ней все это дело. Потому что печенье сказали, если приносите, значит, следите, как он кушает, чтобы он не давился. И тапочки уже ему заказывали ортопедическую обувь, пришли тапочки, 109 евро. Вот она взяла чек, надо мне, ну, она мне принесет денежки, а я через свой банк оплачу ей. Вот. Ну, вот это и все. Вот так. Я говорю, ну что ты, расстроилась? Она говорит, да нет, не расстроилась, посмотрела, у него все нормально. Чисто в комнате, никаких запахов, сам чистенький. В понедельник у них был банный день, купали. Правда, спросили у нее, можно его в сауну водить? Она сказала, не надо в сауну, не надо. Он никогда не ходил в сауну, он не любит. Значит, не надо. Тем более у него же была онкология простаты. Зачем это надо? Не надо. Ну, в общем, все вам рассказала, показала. На этом пока-пока. До новых встреч. С вами была я и Финляндия. Подписывайтесь на мой канал. На канал моей дочери Наталья П. Пишите английскими буквами. Всем, а нет, не выходных.
Хорошего четверга. Завтра еще только четверг. Спасибо, мои дорогие девочки, за советы, которые по стрижке. Я так и думаю, что я все-таки сделаю каре, но вот не знаю, с челкой каре у меня будет или без щелки. Вот еще думаю. Еще думаю, думаю, думаю. А вообще вам спасибо. Всем большое спасибо. Пока. До новых встреч. Пока-пока.